Всем привет, ребята! И сегодня я решил вам показать видео, ну, конечно, хотел, по проекту Evil Nun The Broken Mask. Ну, в переводе на русский называется Evil Nun Сломанная маска. Я вам покажу тут все, что именно новости нам все показывали, конечно, ну, кроме персонажей, короче, ну ладно. Ну, все, что я сделал, короче, я вам покажу. Бежим, сюда бежим, вот тут открытый лист, короче, бежим, и вот, ну, короче, потом мы забегаем, потом приходит монашка, конечно, потом она уходит, и мы шумим, случайно там идет, и ну, ее убивает. Смотри, тут неизвестно, что именно идет куда, тут понятно, что. Короче, я вам покажу. Надо поправить. Ну ладно. Я, конечно, после школы пришел. Кстати, сегодня выйдет два видео по обновлению мороженщика 4 в Майнкрафте проект. Потом, ну, сначала вообще-то выйдет, ну, именно, короче, раз будет две публикации от предстоящего обновления Funmade Ice Cream 4 от Кирилла. Две таких скрина. Я вам покажу, короче. Будем разбор, но это быстренький, конечно. Вот как все выглядит. Тут парк, я там все. Короче, где нам показывают тут три шкафчика. Согласитесь, классно. Так, сейчас погулять, конечно. Повторяю, если подлагивает, это и так. Это внимание было. Сапа и там похоже было. Сапа. Потом вот такое, но это на входе в школу именно, потому что есть вот такое. Давайте мы светлую сделаем. Ну, ребята, ну, вроде я показал, это мало, короче, было. Поехали, сделал короткое, это все, что я знаю. Кстати, скоро, очень скоро еще выйдет видео про Скоро Право, где я уже говорил. И все, то скриншоты, где нам показывали разработчики, это что он... Ну и короче, я сделаю, сначала я сделаю где там из двух трейлеров, там все в 2D, но я сделаю как раз 3D, конечно. Может, я вам такое, конечно, показывал, но еще это повторю. Еще я именно Винский во всех соцсетях именно показывал, оно там в 3D все выглядело. Кстати, сегодня новый скриншот вышел. Там, конечно, мы помним Чарли. Ну, 3D. Ну, короче, и там вот тот главный зал, ну, короче, он изменился там, конечно, чем нам показали геймплей, где 2000 подписчиков было у них, там все сильнее, ну, короче, скоро это покажу, ну, я не знаю, конечно, как это, конечно, сделать такое, но покажу, но, не знаю, конечно, когда выйдет, но обещаю, сделаю, держу обещание, ну, ладно. И мне там еще долго работать нужно.
заканчивать. С вами был Дим. То есть еще вам скажу перед концом. Ждите сегодняшних два ролика. Теперь будем заканчивать. С вами был Димон Про. И пока-пока.